как круто. Ладно, всем привет. Приехал в Паино знакомому снять, посмотреть технику. Кун наш. Старшка металлфаковский. Ну это, по-моему, не 800, не 800. Это самый простой их или нет, я не знаю. Кун. Да. Первый, который, да, у них ведет. Он же стоял на 80-ке у вас, нет? Да, переставили. Ну что, этот, были с ним проблемы, нет? Пальцы уже не поднимает, а из-за клапанов. Ну это обе. А, то есть вот эти нижние. Ну слабовато нахуй, да? Как-то у меня-то посерьезнее. У меня идет, блядь, такой вот, но он, по-моему, широкий такой. На видео. У меня есть на видео. На. И лес таскаете? И лес таскаете? О! Лупит. У них это хозяйство посерьезнее держит. А, вон еще у вас муфты такие, блядь, они мозги парят все время, на. Это все херня. Мы, блядь, на 4 тракторах все поменяли их. Они ни хрена не работают. Я все эти, блядь, 75-шные гайки поставил. Потому что он затрахал. То подымет, то не подымет, то этот не опустить, блядь. И вот эту последнюю взяли телегу, да? Да. Ну, дышло, как всегда, колхозная. Зато резина. Рама. И за сколько ее брали? За 50 тысяч. Ну, в принципе, это цена у нас 2 ПТС-4 в хорошем состоянии. Но и она неплохая. Не ржавая особо. Ну вот, дробиной кормят. Вот такие вот. Ребята. Ну вон там, смотрю, тоже. Есть такие. Как он? Джерси или? Что-то типа такого. Ну кто знает, скажет, вон он стоит. Видно, не видно будет. Это вот видно, посмотрит на меня. Не знаю, наверное, все в одно видео сниму. Вон второй трактор. Рабочий. 82/1 СМ. Ни хрена себе. Я такого еще и не видел. А это будет какая? Не вижу. 2,4, да? Как она называется? Дана, да? А ты ей херачил? Да. Ну как? Неплохо так. Целину приходит сразу по 3 проезжать. Ну в 3 следа ты что, херня? Ну так лезут, да, они? Лезут. То есть угол поправлял, нет? Нет. Ну говорят, угол поправить маленько в целину. И все. Вот 82-й. СМ, я не знаю, кто знает, тот скажет. Стартер уже меняли, подогрев, смотрю, стоит. Угу. Огонь. А, мост еще. Мост трудный. Что? Мост трудной. Ну да. Я думал балочный. Нет, просто. Ну вот. Самый первый трактор, на нем кун стоял. Насколько я помню. У него даже пускачёвый еще кабина до 80 какого он там, 2-го, 3-го года. Фу, кабина, капот такой шел старого образца, даже заводская 78-го года обшивка. Ну я говорю, да, ну какой-то, видать,
учебный, что ли, или комбинат какой-нибудь. Вообще тут все родное. Как у меня тут Аевский, только подножка. Вот подножку я не знаю, такая была или нет. Охренеть. Даже 500 тысяч стоит по-другому. Сейчас с той стороны покажу. А, это печка подключения. Заводская. Охренеть. Блять, на всех. И нету такого. Хера найдешь. Двигатель 240-й, по-моему. Ну, генератор меняли. Это у нас что идет? Тормоза. А, ресивера нету. А так трубка вон за этот. Клапан все родной стоит. Так, ага. Вот здесь какая система. 500 тысяч. Как-то по-другому переключается. Ладно, посмотрю, скажу. Это родная. Трубки родные. Ни у кого их таких нету. Гидроаккумулятор еще родной. А, лягушку сняли. А там-то стоит этот. Ну все, значит. 78-го, да. Блять, еще табличку никто не оторвал. Что-то он говорил, то ли с этого какой-то учебный комбинат, или что-то где-то он стоял, не работал. Ну и вот из-за чего приехал снять. Сколько? 2 года он уже, да? Рулонник. То есть первый год они захерачили больше 1000, там что-то 1300, 1500, я не помню уже. И в том году они тоже больше 1000. Насколько я понял, вообще нареканий нету. Но это не самая дешевая, по-моему, модель. На замках на этих. И вальсовый он. Самое главное, что он вальсовый. Потому что, по-моему, это самая дешевая модель идет цепник. Но у них только сетка, по-моему. Тьфу, сетка. Шпагат. И 1,20 на 1,20. Подборщик, по-моему, 1,80. Под широкий валок. Ну да, грабли наши бежецкие, никакого качества. А, вон они основные. Вот. Кир только взяли, не пробовали еще, да? Ну хотите сейчас попробовать на этот, да? Ну он агрегат-то тоже такой капризный. Больше 200 тысяч, говорит, тоже брали. Ты не работал на нем? Ни разу? Там за ножами, говорят, надо смотреть. И, ну, такая. Вы у меня видели. У меня точно такая же бежецкая. Все те же самые косяки. Предохранитель сломанный. Здесь вареная. Сейчас хотят они еще одну брать. Также все и у меня вареное, все те же самые слабые места. Тарелки все то же самое, люфт, да. Ага. Такой еще терпимый. Здесь почти нет. Ну, в принципе, приеду, когда будут катать. Посмотреть на это.